Всем привет, ребята, с вами, как всегда, Алекс. И да, мы закончили здесь. Насколько я помню, нам надо поговорить с Гандендо. Нифига себе, Гандендо, это ты, слушай. Спрашивает, как ты? Да, блядь, зашибись я по сравнению с тобой. Гандендо, это жесть. Да он же выглядит как Гандендо, так. Кажется, я предупредил ее. А кого? Наверняка. Пусть ты этого и не помнишь. Он понимает, да? Зачем ты здесь. Чтобы увидеть их, Картофанов. Картофанов? Он действительно на... Или Ноно. Это настоящее чудо. Они... Так, мне лучше больше картофаны нравятся. Жареные, хрустящие. В этом есть смысл. Энергия ЦИ копится в них, как в клубне картофеля. Но прячутся в блеск траве. Он предлагает отправиться туда и поворошить ее. Может, это заставит хоть одного выйти из укрытия. Да ладно. Так, мне надо в траву отправиться и поворошить ее, короче, траву сейчас. Пошуршать блеск травой, блядь. Мы всегда за пошуршать, наверное. Пошуршать мы всегда, короче. Блин, играется вообще классно. Хоть, конечно, этот Гандонио или как его там. Оп. Я даже не умер. Я могу плыть. Давай, Паш. Опа, как я плыву-то, а? Я плыву. Чё? Чё? Я не понял. Я плыл. Я честно говорю, я плыл. А ну давай. Так, ну давай по-нормальному беги. О, вот так. Такой, такой. Так, Гандонио, мы с Гандонио поговорили, да? Взаимодействовать нам не надо. Нам надо пошуршать травой. Так, давай по-собачьему. Ну его нафиг. О, вот так вот. Я такой маленький здесь по сравнению со своим енотом, да? Но я могу вот так бегать за три куста. Оп-оп-оп-оп-оп-а! Так, окей. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Значит, я застрял. Чё? Чё ты делаешь? Чё-то руки поднял. Бля, я застрял там. Так, давай, давай сюда. Гандонио говорит, здесь пошуршать надо. Давай, опа! Давай пошуршим. Ой. Ух ты, бля, ничего себе. Можешь гордиться, но оно не всякому показывается. Энергия. Ну, по-моему, он уже употребил траву, мне кажется, немного. Чтобы завершить цикл развития и стать древом жизни. Так, ему удастся вырасти. Это покажет лишь время. Ну, по-моему, он уже все, он уже под травой, значит. Всю жизнь. Он чувствует, что от этого зависит судьба нашего мира. Чтобы росток превратился в древо жизни, его придется долго подпитывать. Он будет хорошо расти только тогда, когда Ноно сольется с древом воедино и выплеснет поток энергии ЦИ. Так, я понял. Он даст тебе свою сеть, чтобы поймать Ноно, но он просит тебя действовать аккуратно. Ноно чувствительные существа, воплощение... Я понял, я буду чувствовать Ноно, я тебе обещаю, я буду ее чувствовать. Что-то сачок, что ли? Сачок получен. Взаимодействовать, ёпта. На. Впечатлен тем, как ты управляешься с сетью. Да ладно. Как будто ты с рождения. Я карасики ловил в детстве.
Он будет благодарен за любую помощь. Так, сколько энергии тебе надо? Сколько мне ловить этих маленьких пиздюков здесь, ему а? Ему понадобится постоянный приток ЦИ в течение ближайших 20 дюже месяцев. То есть... Слышь, я что тут ловить буду, да? Ловить тебе, а ты здесь будешь, значит, упоротый стоять. Когда-нибудь это древо вырастет достаточно большим, ага, чтобы начать поддерживать. Нифига себе. Сейчас тебе нужно заставить этого Ноно слиться с древом. Как я заставлю? Где вон древо, да? Блять, только не в воду. Давай по-собачьему побежим. Заставим этого Ноно. Высадить Нону на дерево. Я не знаю, что они здесь все курят. Ну, сейчас сделаем. Сейчас сделаем, почему бы и нет. Так, давай. Сливайся с древом. Опа, ну неплохо на самом деле, да. Теперь, когда ты своими глазами видишь связь Ноно с древом, у тебя не должно остаться сомнений. С этого момента выращивание древа жизни из Пенсая станет его целью. Хорошо. Да, давай цель такую. Однажды земля перестанет быть такой мирной, и даже твоя мума не сможет нас защитить. Ну, нифига себе. Приехали, короче. Ты видишь последствия, да, того, я вижу последствия. Бездумно прежние обращались с миром. Я если вижу последствия. Изменится, ой, вижу. Мы все обречены. Земля не ага. вынесет последствий индустриальной революции. Он говорит, что тебе лучше вернуться в деревню, прежде чем Мума начнет тебя разыскивать. Так, хорошо, давай возвращаемся в деревню. Ой, это мне все причудилось, да? Мы ж, да. Он потерял нам... тебя ненадолго, но воспоминания не ходят по одному. Это я маленький, это да? Путь, по которому ты можешь пройти. Он помнит каждый день, когда он растил древо жизни, но теперь боится, что все его усилия пойдут прахом. Да не волнуйся. Древо начало гибнуть с наступлением конца времен, сразу после того, как пришли мироеды. Так что вот, что после нас останется, значит. Кто такой мироеды? После нас останутся биомутанты только, потому что мы так засрём планету. Генетическая эволюция. Да, что будет генетический, короче. У меня будет хвост, уши, и я буду биомутантом. Разогнала ДНК мироедов до предела. Так, у кого-то разогнанная ДНК, да? Я все еще здесь, нихера себе, карта какая здоровая. Его приятель Гизмо занят работой над... Слонофырк. Ему нужна помощь, чтобы победить слонофырка в конце западного корня. Фьють, а я в демке, по-моему... Топоды, ...чтобы сразиться с Тинофырком, который обитает в самой глубине, в конце северо-западного... Тинофырка, помню. Ноко приручила Мьюта и готовится выступить против Топофырка в конце восточного корня. А, это дерево наше разрослось, Губ вот это корни. Наконец, почти закончил работу над слизи-серфом. Машиной, которая сможет свободно скользить по волнам глади... Вот это круто! Вот это круто! Сёрф, веселье в биомутанте, да. Корня. Уже Скиз говорит, его друзья собирают силы, чтобы остановить мироедов. Каждый из друзей уже Скиза оберегает один из корней. Тебя ждет нелегкий путь, но он рассчитывает на твою поддержку. Его друзьям не хватит сил справиться самим. Он пытается донести до тебя, что если древо погибнет, нам всем не жить. Да я понял. Как мне победить этих грибоедов? Его друзья приготовили мироедов, грибоедов. Особенное для каждого мироеда. Понял. Мухтон, октопод, понял, значит, дадим им пизды.
Однозначно сразу. В любом случае вы встретитесь снова, когда ты сыграешь свою роль в войне племен и битве с мироедами. Хорошо. Так, окей, сачок. Сачок откуда здесь? Откуда здесь сачок? Ты хранил его для меня все это время, да? Это ты. Я понял, кто ты. Вы поняли, кто это, ребят? Получается. Опа. Так, открыли дверь. Нам сюда, да, я понял. Всего выбраться через крышу, как они вошли. Веревка выглядит достаточно прочной, чтобы выдержать твой вес. Хорошо, так, это все еще обучение, да? Так, очки опыта растут. А еще чуть-чуть, пожалуйста, я хочу еще кунг-фу немножко прокачать. Так, лезем. Опа, так, и здесь мы в красоте, значит. Так, открываем карту. Так, короче, да нам бежать и бежать еще, как бы. Давай по собачьему. Вот этот, ой, куда ты стрельнул? Знай, что древо жизни умирает. Дни его сочтены. Без посторонней помощи ему не пережить природного катаклизма. Значит, мне надо спасти древо жизни, потому что его засрали. Люди засрали здесь все и свалили в космос, насколько я помню. Да, и здесь начали процветать биомутанты, значит, вот так вот. Вот, поэтому будем чинить. Это самое-самое начало. Shift, рывок. Есть рывок. Есть рывок, так. Что здесь? Указатель. Дает установку для лиц с альтернативными географическими способностями. Да ладно. Я поссал на указатель. Так, а указатели находятся рядом с интересными местами по всему миру. Указатель можно разблокировать с помощью кнопки взаимодействия. Хорошо, можно... Да можно ссать на него просто, правильно. Можно перенестись, и тем самым я разблокирую. Все, можно это быстрое перемещение, вот. Отметить точку, войти в другой мир. Я никуда уходить не хочу. Я хочу этот исследовать. Опа. Опа, я так могу, да? Я офигею! Это кто такой? Ты чё, гонишь? Это должно быть тот мироед, что отожрал ногу Ужаскису. Чтобы его одолеть, нужно иметь пару трюков в руках. Мироеды с течением времени оставили массу следов на лице. Я одолевать его серьезно сейчас? Это я не хочу. Первая и не последняя деревня, брошенная им в таком виде. Так, деревни есть. Давай по собачьи. Гляди, кто-то выжил. Нифига себе. Приятно видеть, что это. Опа! Бывает. Опа! Слушай, ну игра безумно красивая, не знаю, YouTube, наверное, опять пережмет, он всегда так делает, как бы. Потому что в каком бы качестве, да, в 2К вот. Все до задницы, так, взаимодействие. Он слышал рассказы о том, какие ужасы творят мироеды в других местах, но никогда не думал, что кто-то доберется и сюда тоже. Угу. Так. Ну добрались же, видишь. Он беспокоится, что если все так пойдет и дальше, спасать будет нечего. Да. Не знает, что тебя связывает типа с этим местом, пау. Но что-то ему подсказывает, что ты по-прежнему следуешь велениям своего сердца. Конечно, я же на доброй стороне, типа. Мы же в прошлой серии выбирали. Как бы то ни было, он нуждается в помощи и говорит, что так, судить тебя будут по делам. И намерением я предоставляю тебя твоей судьбе, значит. Давай я тебе помогу, да. Может, мне нравятся твои уши очень. Благодарен за то, что в тебе. И мордочка. Хотели бы дома иметь такого? Да, во мне есть искра света, да. Я биомутант. Посмотри, какой я синий, красивый. В тебе есть искра света! А вот и мой дьяволенок маленький, да.
Мне что нравится такого свет. Такого хорошего в свете. На него же смотреть больно. Смотреть на тебя намного больнее. Ты вечно переходишь на личности. А ты вечно делаешь вид, что личности тут ни при чем. Так. Пси-очко разблокировано. А что такое пси-очко? У меня очко разблокировалось. Так, Это опять уже скис. Наверное, он упустил что-то важное. Он приехал за мной. Я так и знал. Я так и знал. Уже скис говорит, что если ты собираешься сразиться с мироедами, лучше заручиться поддержкой одного из племен. И тут поблизости как раз есть два таких. Отлично. А два нельзя сразу? Безусловно, стоит поддержать. В своих поступках они руководствуются идеей общего блага и собственным кодексом чести. Ага, племя мироед, да? Учти, что какое бы из племен тебе ни приглянулось, добиться их доверия будет не так-то просто. Ведь конфликт между ними достиг апогея, и они находятся буквально в шаге от войны друг с другом. Я понял. Так где эти племена? Я здесь, когда да? Когда чудовища поднялись из крепость глубин, Мириад, решили, что с мироедами пора покончить. Кажется, что было бы логично встать на сторону Мириад, которые так стремятся объединить разрозненный мир. Но правильно ли это? Не в знаю. В одном можно не сомневаться. Так или иначе, предназначенное случится. Согласен. Сейчас мы всем дадим здесь. Так, а еще второе племя, да? Покажешь? Племя Джагни всегда жило одним убеждением. Чтобы в мире воцарилось равновесие, слабые должны умереть. Что для восстановления мира племя, я понял. Племя это нам не подходит. И хотят позволить мироедам свалить древо жизни. Но нельзя сказать, что объединение с Джагни — это зло. Судьба найдет способ исполниться. Я понял. Ну, я не знаю, какие лучше. Я бы Джагни взял для разнообразия, может. Говорит, что кто-то должен нарушить равновесие и склонить чашу весов в пользу Джагни или Мириад. Ну, пошли на Мириад, наверное, сначала. Что шифу племен, в особенности племени Мириад, выслушает тебя и ожидает, что ты поговоришь хотя бы с одним из... Хорошо, пойдем тогда к Мириад, я понял. Фофумба, я пошел к Мириад. Короче, так, что у меня дело? Отслеживать задание, так, вот это. Вот это мне надо задание. Так, где моя метка? Где? Еще одна развилка. Должно быть либо туннель, либо моторный мост. Что же на этот раз? Так, в смысле развилка? Мне туда надо. Вот. Новое сюжетное задание. Мне вот туда вот нужно. Ёлки-палки, а я что, плавать не умею? Чё ты так, алё? Обтряхнись, как ты там, зверьки обтряхиваются. Что ещё сохранились естественные туннели вроде этого. Остальные почти все затопило. Пошли к Мирианде этой. Ты меня тоже будешь лупить? Тебе плохо. Да, я вижу. Что мне плохо так? Были использовать. Я их всех, короче, прибил. Вот. Хитрый
Поговорить Шифу или Мириад? Так, сейчас сначала я этих зачистил здесь все. Чё-то с них ничего не выпало. Так, а чё у меня здесь персонаж? Так, персонаж. Живучесть, сила. Так, давай теперь урон в ближнем бою. Давай, давай теперь силу сделаем, да? Меню мутации. Так, 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 так. Очки улучшения 1, очки био 3, уровень 3, так, настройка, как чё, блин, как, чё делать так? Броня, так, это не то, мутация, чё здесь? Пси-силы, вспышка. Да. Чё вспышка делает? Мне нужны, так, вспышка, чтобы активировать вспышку, нажмите назначенную кнопку. Вспышка... Отправить тебя в полет в воздухе, за тобой останется огненный след. Это что, все вместе нажать надо? Назначенную кнопку, да? Ну вот, у меня на этом, хотя странно как-то. Скачок, так, недоступно. Сопротивляемость к защите от жары. Давай возьмем. Биогены, так, биогены я тоже, пси-силы. Это такое, так, это такое. Мутации, значит, так, персонаж. Что я еще могу? Аура. Аура, пси. Так, персонаж. Ву, ближний бой. Так, да давай дальний что-то сделаем. У меня есть... Так, пистолеты, да? Два пистолета. Два пистолета хочу. Двуликий... Подожди, у меня один пистолет, наверное. Давай один сделаем, да? Журавлиный танец. Альт. Так, и так нажать. Это что-то слишком. Разблокировать, да. Давай два пистолета разблокируем. Так, все, мы здесь быстренько. Перезарядись. До войны племен здесь были чудесные места. А что я кнопку назначил, что-то вокруг? Тут все опалено войной. О! Вот так вот, короче, делается это, смотри. Офигеть, как мне нравится. У-у-у! Жопа горит аж, короче. Так, побежали по собачьему. Это крепость племени Мириад. Ну да, мы сюда и шли. Или враги. Иди к ним и узнаешь. Я не то что иду, я бегу к ним. Так, флажок, 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 флажок. Надо обоссать. Опа, пометил территорию, значит, ну чё вы не смейтесь, это животное так метят территорию, так. Чё посмотреть? Я нассал сюда, чё вы? Чё вы хотите, на что посмотреть, подожди. Я чё-то не понял, на чё смотреть-то? Я просто обоссал столб, я пометил территорию. К этой двери давно никто не подходил. Я подойду. Если отправишься туда, в твоих интересах произвести на них впечатление. Здорово, я перебил ваших чуваков и чужих тоже. Говорит, что они не доверяют чужакам. Ну и правильно. У них война идет. Так, поговори, так, передай. Поговорим так. Надеяться, что у тебя хватит терпения. Шифу порой трудно остановить поток своего красноречия. Будем надеяться, сегодня не такой день. Да ладно. Значит, Шифу не такой. Опа, нифига себе. Это Шифу? Тав-тав-тав-тав-тав-тав-тав, чё ты говоришь?
Это Шифу такой, мелкий какой-то. Племя Мириот руководствуется принципами высшего блага и блюдет кодекс чести. Они верят, что объединение племен — единственный способ восстановить мир. Объединиться, значит, да? Опа. Шифу убежден, что победа над мироедами и спасение древа жизни — единственный способ сделать мир лучше. Это мироед такой, это динозавр. Он приветствует тебя в форте Мириот и представляется Шифу племени. Ага. Но он надеялся, что ты появишься. Весть о том, что зоркий Ронин вышел в поход и пересек Великую Стену через трещину в бункере 101, опередила тебя. Бункер 101, это напоминает убежище 76, честно он говоря. Он слышал, что в бункере 101 уже Скис не справился бы с грабителями без твоей помощи. Ты помогаешь ближним, и это то, что вас роднит. Ага, хорошо. Он убежден, что твое возвращение имеет... Он знал тебя еще детенышем. Детенышем знал меня? Мало что изменилось. Меня, детеныш? Твое сердце осталось добрым. Ага. Шифу говорит, что порой одно воспоминание тянет за собой следующее. Так, выбери моя мума. Придумала Вун. Моя мума. Изначально там были приемы рукопашного боя и 6 видов оружия. Нифига себе. Сюрикен, лук, посох, нунчаки и крюк на цепи. Шифу говорит, что сейчас надо забыть о прошлом, по крайней мере на время. Опасности кишат со всех сторон, соперники наступают. Цель Мириот — объединение племен. Они руководствуются принципом высшего блага и блюдут кодекс чести. Если верить в то, что в каждом из нас есть что-то хорошее, тогда будущее не безнадежно. Ты объединишь племена, одолеешь мироедов и спасешь древо. Грибоедов я одолею, да. Я вступаю в племя Мириот, давай. Он надеялся, что ты присоединишься. Я уже присоединился, да. Чувак, я уже, да. Ожидал, чтобы равновесие сместилось в пользу его племени. И теперь, когда ты на их стороне, он уверен, что ты сможешь объединить племена. Прежде всего, надо привести к присяге Джагни. Привести к присяге? Я что-то не понял. Да, папа, мама, мы я не понял. Они здесь, чтобы исполнить некое предназначение. Они избраны, чтобы объединить племена и взять судьбу мира в свои руки. Племенам нужна сильная рука. А, сильная рука, так бы сразу и сказал. Все. Я понял. Сейчас сильная лапа, значит, фиолетовая моя. У их племени нет выхода. Теперь они зажаты в угол. Даже тем, кто хочет мира, приходится готовиться к войне. Ага. Они могут принести им войну, но никогда не отберут их внутренний мир. Тебе нужно захватить заставы соперника и ослабить их племя так, чтобы бросить вызов Шифу противника в его крепости. Это по мне. Это по мне. Быстро пошли на заставу. Все. Я бегу к заставе, значит. Буду захватывать ее. Прежде чем напасть на Шифу. Джагни. Это Джагни. Нифига себе, какой злой маленький. Похож на эту маленькую собачку, знаете. Вот это со злым лицом такая. Она маленькая, меньше кошки, значит. Это Джагни, бля, ёпта. Так, у ладно. Вас... Когда расправишься с заставами, они прошли... Я понял, я хочу, я пошел на заставу, чувак. Я понял, я старая деревня, я понял, чувак, я пошел! Я пошел на заставу. Так, а чё, покинуть форт? Покидаю. Привет, как... Опа, здесь что-то есть? Опа, памперс, значит, да? Или тампакс? Регенерация здоровья. Хорошо, возьмем. Похоже больше на тампакс какой-то. Так, давай по собачьему. Ух ты, ничего себе, большая деревня. А, здесь еще что-то есть, да? Так, это что такое? Это бинт.
Что там? Сбор информации. Сохранение. Да ладно, пошли. Говорит, что тут поблизости есть интересное местечко, о котором никто не знает. Но прямо сейчас о нем... Тайна какая-то. Говорит, поблизости. Что таких, как ты, сложно хранить что-то в секрете. Понял, рано понял. Или поздно ты все равно догадаешься. Так что он скажет тебе, где находится это заветное место. Ну хорошо, мы как раз по дороге пойдем туда. Все, пойду-ка я дальше, да. До свидания, до свидания. Приятно было познакомиться с вами, значит, да. Так, значит, так. Так, мне метки поставить на самом деле. Мне надо вот сюда. И где эта застава? Где застава? И вот сюда вот, да? Вот эта застава, вот. Но прежде вот сюда вот попасть. Все. Метка стоит. Так. А как мне туда пройти сквозь этот замок? Подожди, а я могу сквозь замок пройти? Вот сюда и выйти. Вот, тут дорожка же есть, правильно? Зачем я сюда прискакал? Это форт Мириад. Да я понял, что это форт Мириад, блядь. Мне надо... Немножко не туда прискакал. Здесь рыбу ловят. Так, все, так. Туда-сюда, туда-сюда. Опа. Я могу спуститься туда как-то? Бля. Алло! Я провалился в какую-то фигню. Это что такое? Оу! Так, ну походу я хитрый енотик. Опа. Так. Бежим. 517 метров. Так, ну я не знаю как. А, вот туда мне надо, да. Фигею просто. Не, плавать я что-то плохо плаваю. Я же животное. Я животное, я плаваю не очень, да? Так, что-то как мне выбраться отсюда? Мосту жопа, да? Ну ладно, давайте попробую чисто теоретически. Оп. А, чувак, это ты так плаваешь? Я так и знал, блядь. Ты плаваешь, как какая кусок говна. Потеря, я знаю, я понял. Вода это не мой конек. Вода это плохо. Так, как же мне пойти на ту сторону? Давай карту откроем. А, я в замке здесь. Да? Мне надо как-то все-таки... Как-то вверх тут пойти, да? Здесь что-то есть? Опа, да здесь склад, блядь. Для енотика. Круто. Я здесь всех ограбил. Пройти через пещеру. Блядь. А где эта пещера? Вот эта пещера. Походу, река какая-то. Непонятная. Не знаю, что здесь... Оп. Так, я бегу. Ага, я сюда могу, да? Не надо мне пещера никакая, я не знаю, может это еще пещера есть. Я сюда по берегу, короче, пробежался. Типа, оп. Опа, здесь что-то висит. Понял. Острия. Блядь, они первого уровня еще.
что здесь? А, здесь надо вырыть. Здесь надо вырыть, значит. Так, вырыл я еще один тампакс. Взял, я не знаю, сколько я могу набирать их. Так, что здесь? Тут тоже могу порыть, короче, порыть. А здесь таблеточки нарыл. Нормально. Нормально, нормально. Нормально, побежали. Ты мое любимое животное. Ага, вот пещера. Мы проходим через пещеру. Хорошо. Пройти через пещеру. Мы сделали. В родную деревню отправиться. В родную деревню. Родная деревня где-то там, да? Хорошо. Хорошо. Мы отправимся в родную деревню. И блокпост разнесем, короче, в пух и прах. Кстати, тут возле родной деревни нихера себе! Впереди бормоталки. Эволюция жестоко с ними обошлась, особенно с... Какие... Они облысели и скукожились. Какие бормоталки! Какие бормоталки! Бля, давай так, давай. Бей бормоталку! Живо, живо! Бля, давай еще чуть-чуть, пожалуйста, она ходит, пока подвисла здесь бормоталка. Хитрый волк, уровень 4! Ау! Бормоталка сдохла. Так, я здесь бегаю, да? Здесь что-то взять можно. Так. Ну, суши какие-то, не знаю, что это. Так, родная деревня, по-моему, у меня... Упала. Так, аптечка. Вот это хорошо уже, да? Тут багажник машины. А мне не показывается оно, в принципе. Мне надо только близко подойти, да, чтобы показывалось. Вот. Тоже не показывается, когда близко подходишь. Опа, мусорка, интересно, значит. Интересно бывает находить всякое. Да, конечно, блядь, по мусоркам лазить. Ты что, енотик? Это постоянно так. Мы постоянно так. Мне очень интересно, что за лапы там вот. Так, это моя деревня. Время здесь остановилось. А как же до лап добраться тех, да? Внутри тут есть что-то необычное. Там какая-то пещера. Взгляд. Так, это моя деревня. Хорошо. Опа, столб. Это быстрое путешествие. Так, давай, надо обоссать его быстренько. Давай. Опа! Желтеньким. Посмотрим. Таким, да? Термоядерным. Так, вот, мне сюда надо. Отметить точку. И как я сюда... А, сюда я могу как-то вот так вот пройти, походу, да? Ну, через реку не могу здесь, хотя сейчас посмотрим. Тут мы же через город, самое ближнее, да? Время проходит, воспоминания меркнут. Порой ощущение меняется. Дело не в том, кем ты был, а в том, кем ты станешь. Эта история еще не... Эхо давно ушедшего прошлого... Не понял, это я маленький снова? Опа! Губ, короче. Вот некто, кто просто живет день за днем. Да ладно, есть такие среди вас, ребят? Кто так любит жить день за днем? Дела? Так, ты спросил, и стало сразу лучше. Губ, да. Говорит, что у него все получается лучше, когда он оставляет неудачу позади. Он рад, что его хорошее настроение. Интересуется, где тебя... Да, с удовольствием, да. Приму твою помощь, так, хорошо, да. Ты меня плавать научишь, да? Отлично, я вспомню, я наконец-то хочу плавать, да. Куб-куб, так, новое сюжетное задание. Так, плавание. Ты можешь плавать, да, ты можешь, чувак, плавать. Ты можешь, ты должен плавать в мелких водоемах. Так, хорошо, давай, начинаем. Вот, я плыву. Я плыву. Опа, я приплыл. Все, я приплыл, куб-куб, я приплыл. Он говорит, что это было не так уж плохо, верно? Так, да.
Так. Вот это. Но тебе надо тренироваться как можно. Я буду стараться, мне надо плавать, я хочу на ту сторону переплыть. Нужно провести побольше времени на глади. Только так. Давай. Тут невозможно. Судя по тому, как смотрит твоя мума, у тебя что-то... Мума? Это моя мума. Дода обещал с ней потренироваться до захода солнца. Пора. Андро? Ты знаешь, это моя что упущенного времени не догнать. Пиалтума. Тебе следует знать, что все, что не убивает... Вот так, короче, отходы в океаны, в моря выкидывать, ребята. Точки. Будем вот так вот жить. Да я обожаю с тобой заниматься. Да, давай. Давай позанимаемся. Так, что мне делать надо? Тренировку, а вон фу. Тренироваться с мумой, ну это понятно. Вот еще кто-то из знакомых. У него много забот. Интересуется, как у тебя денек. Да зашибись. Все, настроение хорошее. Это мой долг. Все, все зашибись. Так, да отвали ты от меня. Я с мумой должен тренироваться. Где моя мума? Вверх на велосипеде. Обыскать кучу мусора. А что не показывается? Где оно? Чё оно? Я не могу, там воспоминания заканчиваются. Блять, урод какой! А, отвлек меня. Значит, здесь я плавал, да? Обыскать кучу мусора. Где мне обыскать? А, вон куча мусора, да? Вот тю, блядь, здесь куча мусора. Чё я, блядь? Сбил меня, значит, этот, блядь, вылез. Крот с мусорки, так. Вот, так обыскивать я уже могу, да? Так обыскивать я могу уже. Я уже так обыскивал своим енотиком, как бы, эту кучу мусора. Три надо, а вон третья. Все рядом, все просто. Спрашивает, какой хлом тебе удалось найти. Хлом. Он говорит, что... Хлом, я тебе не отдам свой хлом. Я буду как бомжара его прятать у себя, все. Так, обучение, далее. Если собираешь нужные ресурсы, сможешь создавать собственное оружие. Вот это неплохо, так. Рукоять, база. Создание, так, давай, рукоять, так. Я создал маленький клинок. Аномальный. Выглядит офигеть. Неплохо, но он не может сдержать любопытство. Почему? Он полагает, что... Короче. Он понимает, но... Похоже, что у нее кончается терпение. Так, конечно, у меня уже кончается терпение. Муму, я иду. Ты же знаешь, что она не любит долго тебя ждать. Тебе нужно... Что ж... Пришлось помочь другим биомутантам. Так, я всегда буду с тобой, Муму. Все, пошли. Долгие такие речи, конечно, но... У них решительный вид. Берегись. Сейчас я им дам пизды быстро, давай. Просит тебя, рикет местный типа. Спрашивает, куда это ты вообще, а? Он ничего не боится, а тебя и подавно. Да ладно. Тебе здесь идти никак нельзя. Никак нельзя, сейчас я вам... ты кто вообще, по-твоему? Да никто. О. Он говорит, это правда. Никто не смеет ему указывать, что делать, а что не делать, включая тебя. Сейчас я наваляю тебя. Слышишь ты? Блять, где этот главный? А чё ты сваливаешь? Ах ты трус подлый. Бля. Бля.
Это как так? Я не видел, что жать. Я вам всем навалял, алло. Так нечестно. Кенс, так нечестно, я навалял. С тобой все в порядке? Что случилось? Она говорит, что очень мило с твоей стороны о них подумать, но завтра на рассвете у них тренировка с оружием, так что им важно как... Окей, хорошо. А теперь пойдем. Мне надо стать сильнее их, Мамун. Давай. Бля, ну так нечестно, я им всем. Опа, 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 как я могу. Оп-оп-оп-оп. А я маленький енотик. Оп. И бегать по собачьей могу тоже. Оп. Маленький енотик. Нифига себе, все большое такое здесь. Так, это вот кто такой? Некто близкий тебе по духу делает то, что умеет лучше всего. Так. Папсель всегда... Так, Папсель, я понял. Семья прежде всего. Так, давай быстренько. Новое сюжетное задание. Куча белья. Что за куча белья? Так... Чему я здесь, значит, могу научиться? Я вообще понятия не имею, значит, чему я здесь могу научиться. Куча белья, куча этого, так. Бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра. Давай. Все. Все, я все сделал. Так, нет, еще. Еще где-то белье грязное есть, да? Где же ты спряталась-то? Ему очень интересно, что тебе удалось найти. Так, опять я что-то нашел. Так, ты делаешь крутые штуки. Он делает одежду. Значит, я могу делать одежду. Значит, дополнение. Так, создать. Все. Обычный. Куртка малыша. Ну и хорошо. Так. Он знает, что она очень гордится. Гордится мной, конечно, гордится. Маме покажу, все нормально. Муми или маме, я не знаю, кому там, да. Да, давай пойдем покажем и будем просыпаться уже, короче. От этого сна, это, ну, классное повествование, я думал, будет хуже. А, у нас еще тренировка с ней, давайте я сразу пиздану. Не, нельзя. Да. Он совсем недалеко. Получится га... Давай работать. Давай, я тебя сейчас... Так, я ради этого что угодно сделаю, давай. Опа, да! И я теперь крутыш. Ха! Ха! И я буду знать кунг-фу. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот. Нормально. На. Нормально. Опа. Опа, 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 нормально, нормально, я смотри какой крутой, сейчас я тем пацанам быстро наваляю. А подожди, мне надо переплыть еще надо, мне надо переплыть, обязательно переплыть надо, да. Андро? Твоя мума говорит, что ты сегодня молодцом, она очень гордится тобой. Спасибо тебе, Мума. Спасибо тебе. Но я, пожалуй, таких учеников еще поискать. Буду просыпаться, да. Она готовит тебе. Иди. Как это мило, поэтому... хорошо. Ой, это кто такой? Это самый главный член семьи. Опа, это мой кузнечик. Иди сюда. Оп, блядь, мне надо догнать его, да? Е хватать, да? Хитро. Твоя мума говорит, что никогда не видела такого гринового аппарата, как эта штучка. Что он делает? Что делает он кузнечик? Он называется автоматон и настроен, ага, на твою ДНК. Это автоматон. Он последует за тобой куда угодно и увидит все, что увидишь ты. А нафига это? Повезло тебе с таким помощником. Так а нафига? Он просто все смотрит. Все когда-то кончается. Как хорош... Отдохни и обретешь силы для завтрашнего дня. Хорошо, все, я просыпаюсь. Да, вот это автоматон, но я не совсем понял, что он делает, конечно. Так. Ничто не остановит Люпус Люпина, который стремится раздуть мировой пожар. Это Люпис Люпин? Люпис Люпин! Не знаю, что такое Люпис Люпин. Твоя мума уверена, что тебе нужно проложить свою дорогу.
Так, блядь, это я не проснулся еще нас. Ветка учится бояться огня. Это все равно, что подбросить дровишек. Нифига себе, все равно, что подбросить дровишек. Тут пришел и ну, здесь все. Ну, последний разок и все. Да ну нафиг все. Давай я уже просыпаться хочу. Выбраться из здания. Кто-то взял, поджег все, да? Все. Твоя мама говорит, ну все, время вышло. Она должна сразиться с Люпус Люпином. В этот раз выхода нет. Она... Бежим! А то я без мума останусь сейчас. Она... Короче, ладно, сражайся. Давай. Прошлое, которое явилось тревожить настоящее. Офигеть, я тебе тоже дам сейчас. Блядь, я что-то слабо бью его. Я слабо бью его. Дайте мне оружие. Тебе придется пройти огонь и воду, чтобы выбраться отсюда. Ау! Мы нырнули, твоя да? Твоя мама говорит, что у тебя все получится. Только верь. Куда она, туда и ты. Кровь не я водится. Я плыву. Так, я вроде как-то научился плавать, да? Ты по шею сидишь под гладью. А, не да я научился волну. Плавать, я на этой, на мума плыву. Куда хочет. Она приведет тебя к берегу, если ты отдашься течению. Блять, ну я плавать научусь, не? Пересечь пруд так. Ой, ёпта. Я плыву. Но тут течение непонятно. Ёпта. Чё нажать надо было? Я, по-моему, сдох. По-моему, что-то происходит здесь, я не знаю. Я все вовремя, все нормально. Давай, плывем, я знаю. Надо альт нажимать. А потом правой кнопочкой, да? Так. А если я не хочу туда плыть? Я не хочу туда плыть! Ау! Ёпта, тут я уже ничего сделать не мог. Просто ничего. Муму! Муму! Так, давай за ногу ее, короче, или за руку Муму достанем эту. Тем, чье сердце не теряет чистоты при жизни, не нужно бояться смерти. Частичка ее будет жить в тебе. Короче, Муму все, Муму отдала концы. Существо жаждет еще. Ничто не может сейчас ему помешать. Ну, странно, Муму, конечно, как-то пошла так. Ко дну, значит, так. Если пожертвовать собой ради другого, твоя жизнь не кончается, а передается по наследству. Жизнь должна опа, продолжаться. Мы как собаки бежим. Настоящая давай, давай, маленький. И желание давай. Помочь, когда остальные твою средства мать. Исчерпаны. Беги давай, да. Лапа и болит. Проверка совести. Посмотри, он. Отдать все, пиздец какой угодно, бежит сзади. Погнали. То, что тебе дороже всего. Лапа болит у меня. Залазь, блядь. То, что ты делаешь для себя, умирает вместе с тобой. То, что ух ты, блядь, какой! Близких, остается в их памяти. Остается так. Я проснулся, короче. Да, я обрел силу. Это я обрел силу. Остается лишь одиночество. Я обрел это силу. Это не значит, что ты забываешь о прошлом. Просто знак, что нужно двигаться дальше. Вот так вот. Это знак, что нужно двигаться дальше. А какая, где мы? Так подожди, а мы разве здесь были, да?
Мы здесь уже, мы переплыли, короче, да? Класс. Класс, мы переплыли и узнаем, что по знакам вопроса. Ребята, а на этом у нас сегодня все. Как бы ждите еще биомутанта, не забывайте про свои драгоценные лайки. Твой лайк я всегда ценю. А с вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. До скорого.